Как думаешь, может добавить немного соли? Да, добавь. Люблю соленый. Я удивляюсь, как ты до сих пор соглашаешься у меня ночевать, особенно когда родителей нет дома. Даже не знаю. Наверное, люблю острые ощущения. Я думала, кроме Насти больше никто не захочет со мной дружить. С тобой весело. Давай уже смотреть фильм. Да, давай. Надеюсь, сегодняшней нашей ночевке ничего не помешает. Кстати, задернешь шторы, а то сидим как на витрине. Кстати, о Глуке нет новостей? Пока нет, но надо быть начеку. Не забудь о мизинцах. Да, конечно, помню. Мирись, мирись и больше не зерись. Давай уже смотреть фильм. Есть. Что? Я не знаю, но в зеркале что-то отражается. Какая-то рожа круглая. Соня, мне страшно. Алена, без паники. Надо просто включить свет. Алена, ну ты паникерша, это всего лишь шарик. Что за шарик? Откуда? Ну как откуда? С моего дня рождения, конечно. Фу, блин, дурацкий шарик, напугал до смерти. Можно я его лопну? Да лопни, он все равно уже сдулся. У него, кажется, что-то внутри. Может, конфетти? Сейчас узнаем. Что там? Я не знаю, что это. Может, мама для квеста делала? Да забыли про эту подсказку? А вдруг кто-то в шкафуку посидит? Я не думаю. Проверь, пожалуйста. Ладно. Вот видишь, ничего тут нет. Ладно, успокоила. Давай уже смотреть фильм.
Сон, смотри, шкаф-купе открылся, как на том рисунке. Алена, я тебе уже 100 раз говорила, у нас просто в коридоре пол не очень ровный, и шкаф иногда так делает. Сонь, мне это все не нравится, совсем не нравится. Ладно, сейчас опять проверю. Соня, откуда он взялся? Не знаю. Может, он там лежал? Но ведь ты открывала шкаф, и его там не было. Да, действительно. А может, он там был, но мы его не заметили? Ты сама веришь в это? Не знаю, но надо же придумать какое-то объяснение. Вот именно придумать. Никакого объяснения тут нет. Алена, на моем дне рождения была куча шаров. Чего удивляться, что один из них оказался в шкафу? Вдруг там еще один рисунок? Не знаю, Алена. Сейчас узнаю. Да, ты права. Что-то есть внутри. Опять загадка от твоей мамы? Давай проверим. Ты хочешь сказать, что это тоже твоя мама нарисовала? Я не знаю. Не хочешь проверить за шторой тоже? Не очень. Что делать будем? Я не знаю. Позвони своей маме и спроси. Блин, уже 1:00. Значит, посмотри за шторой. Не хочу. Тогда звони. Ладно. Где мой телефон? Вон, на кровати лежит. Алло, Сонь, что случилось? Мам, помнишь, ты мне квест готовила на день рождения? В общем, я хотела спросить там про задание в шариках. Сонь, ты совсем что ли? До утра нельзя было подождать? Мам, это важно. Ну хорошо, спрашивай. В шариках ты рисовала рисунки с какой-то страшной рожей. Там еще такие круглые глаза и огромный рот с большими зубами. Какими еще зубами? Ничего я такого не рисовала. Там были только наклейки. Мам, мы тут нашли шарики, а там какие-то рисунки со страшной рожей. Сонь, ну может это Ксюша или кто-то из гостей баловался? Я видела, они что-то там рисовали. Думаешь? Уверена. Ложитесь с Аленой спать и не выдумывайте себе страхов. Ладно, мам. Спокойной ночи. Спокойной ночи, милая. Это не мама. Но она думает, что это дети нарисовали. Значит, давай посмотрим за шторкой. Ладно, давай. Сонь, твой кот точно сведет меня с ума. Лёлик, ты нас напугал. Что ты за кот такой? Ладно, иди погуляй. Сонь.
Слушай, Сонь, давай и правда спать. Только свет везде включим. Я так не усну. Ну давай хоть в коридоре, в ванной и в твоей комнате. Да, ты права. Давай лучше ляжем спать. Мы, наверное, утомились, и нам мерещится то, чего нет. Спокойной ночи, Алена. Спокойной ночи, Соня. Соня, что это было? Соня, ты где? Соня, ты куда делась? Достали эти шары. На мой день рождения ни одного не надую. Еще записка. Что это за дурацкие рисунки? Тут ты. Что тебе нужно? Кто ты такая? Отвечай, что ты сделала с Соней? Алена, ты чего? Кто ты такая? И где настоящая Соня? Я настоящая Соня. Точно ты? Точно я. А там в ванной кто? В ванной? Да, там монстр. Какой еще монстр? Я не знаю, там была ты, но не ты, я не знаю кто.
Еще нашла новую записку. И вообще, что ты делала на улице? Зачем ты меня бросила? Я Лёлика искала, он мяукал. А что там в ванной? Я не знаю, пошли на улицу, мне страшно. Пошли. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите ему лайк. Также, если вы хотите узнавать первыми, что будет в моих следующих видео, видеть спойлеры к новым видео, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Ссылочку я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока! До встречи на канале Непета! А спонсоры моего канала я Соня и Слава.